Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Минстрой прогнозирует падение ввода жилья в России в ближайшие 2 года. Как полагает ведомстве, причиной этому будут поправки, принятые в закон о долевом строительстве и ужесточающие финансовую ответственность застройщиков. В связи с этими новшествами на рынке возможен переходный период, а объемы ввода жилья могут снизиться до 75 миллионов квадратных метров в год, считает глава Минстроя Михаил Мень. В конце следующего года ситуация изменится, и к 2025 году Минстрой прогнозирует серьезный рост – до 120 миллионов квадратов жилья, уточняет Интерфакс. Дайджест недвижимости. Филейские бани в Кирове выставили на продажу. Постановление о приватизации муниципального имущества размещено на сайте администрации города. Нежилое двухэтажное здание на Октябрьском проспекте 4А и прилегающий к нему земельный участок планируется реализовать за 7 миллионов 418 тысяч рублей. Площадь помещения составляет чуть более 800 квадратных метров, площадь участка почти 1700 квадратов. Покупателем в соответствии с законом о малой приватизации выступит арендатор бань ООО «САИ». Кроме того, в ближайшее время с молотка уйдет административное здание и несколько складов, производственные базы на улице Базовой, 7. Их будут продавать единым лотом. Общая стоимость имущества составляет 15 миллионов рублей, уточняет портал iKirov.ru. Дайджест недвижимости. Легкоатлетический манеж в Вересниках откроют в середине следующего года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Кировской области Георгий Барминов. Общая площадь спортивного объекта составит около 8,5 тысяч квадратных метров. В манеже будут оборудованы беговая дорожка, секторы для прыжков, других видов спорта, комфортные раздевалки, душевые кабины и тренерские кабинеты. Строительство финансирует компания «Газпром» в рамках своей социальной программы. Общая стоимость объекта составляет порядка 650 миллионов рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.